Электрическая печь Starwind SM02002 является аналогом духового шкафа, но обладает меньшими габаритами и потребляет меньше электроэнергии. Еще ее называют мини-печью или ростером. Мини-печь совсем небольшая, легкая и устойчивая. Дверца из жаропрочного стекла. Сам корпус металлический. Устанавливается на 4 резиновых ножки. Вентиляционные отверстия располагаются сбоку корпуса, а также снизу и сверху. Ручка для открывания большая, удобная. Фиксирует дверцу в трех положениях. Справа от дверцы большие поворотные переключатели, таймер, переключатель температуры и переключатель режима работы. Рядом с ними красный индикатор включенного состояния. Печь использует открытые нагревательные элементы прямо в самой камере. Внутри камеры находятся 4 тена, 2 сверху и 2 снизу. Покрытие камеры – эмаль. Лампочка подсветки одновременно является индикатором работы. Всего у Starwind SM02002 три уровня для установки поддона и решетки. Причем поддон устанавливается в любом случае, чтобы пища не попадала на нагревательные элементы. Сам поддон – это алюминиевый противень с высотой бортика 2 см. В комплекте есть металлический ухват для противня и решетки. Он надежно фиксирует противень за край. Чтобы начать готовку, нужно с помощью верхнего переключателя выставить режим работы. Это может быть только верхний нагрев, нижний или оба вместе. Второй переключатель устанавливает температуру в диапазоне от 90 до 230 градусов Цельсия. Нижний является таймером и выключателем одновременно. Печь не включает нагрев, пока таймер не переведен в положение без таймера или на нем не выставлено определенное время готовки. По окончании времени раздается звуковой сигнал, и нагрев прекращается. Максимальное время работы таймера составляет 60 минут. Все переключатели подписаны пиктограммами, перепутать их невозможно. Ручки вращаются удобно, без усилий, не проскальзывают даже в мокрых руках. Управление организовано просто и понятно. Порой для выпечки можно комбинировать режимы нагрева, используя сперва нижний, а потом оба. В печи Starwind SM02002 можно не только готовить полноценные блюда, мясные или рыбные, но и быстро приготовить полуфабрикаты, разогреть пиццу или выпечь круассан к чаю. Благодаря быстрому нагреву и простым настройкам времени на все это уходит меньше.